бы какой-то пример хорошей шутки для костюма. Давайте так. Вот тут у вас много этих... Вы же как? Вообще чем вы занимаетесь? Люди. Водители. Мы в свободное время водители. Таксисты. Я езжу на машине и говорю, обычно я этим извозом занимаюсь чисто как хобби. В основном я вот сижу в YouTube-шоу. Да, а я езжу на велосипеде с такой коробочкой зеленой и как бы доставляю людям радость. Ну, вы не зачем вы так басите? Вы здесь все ваши. Да, я просто угораю. Своих по другому удару пойди. Вот это костюм! Сука стоит тут! Вот это матрас, да, сделал? Где такой взять? Скатерть это, скатерть. Это 500 рублей сверху. Не палитесь, да, по-братски. Прошу прощения, Эмир. Хорошо же делали. Я помню, когда я в детстве ходил в зоопарк. Там в огороженных... Я, если что, был в этом зоопарке онлайн. В огороженных от людей вольеры. А я, судя по всему, конь. Ну что вы, право. Так и что там в зоопарке? Вы были в зоопарке, и что вы там делали? Да, вот. Ну, иногда и захожу снова в зоопарк. И вот сегодня... О, ничего себе, что было дальше, наверное? И что там было в зоопарке? Там крокодилы, львы и гориллы, слоны, партеры. Заросля ждут. Если ты смелый, ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Приятель, спасибо, Тамби. Не обязательно до конца. Пам-пам-пам-пам-пам! Господа. Да, друзья мои. Будьте умнее. Значит, все, что сегодня происходит на телевидении, в интернете, это все как бы для чего сделано? Чтобы отвлечь население от реальных проблем, от умственной деятельности и так далее. Что такое интеллигенция? Откуда это пошло? Интеллигенция – это класс общества, который в основном занимался творческим и интеллектуальным трудом. Ничего себе, у вас какая-то Википедия там в голове. В Википедии считает это только... Там как секта, например. Как секта какая-то. Такая еще, кто ничего не может написать и создать, может только хамить. Как секта. Аудио как секта. И видео как секта. Я думаю, это вторая премия. Да, да. Молодец! Молодец! У нас еще много времени. Молодец! У нас мало времени. Да, Алексей, благодарю.